Казалось бы, ничего необычного. Перрон и электричка Омск-Исилькуль. Только вот сегодня пассажиров стандартного маршрута повезет поезд Победы. Необычный вагон и путь до места назначения с погружением в историю. Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Омской области реализован уникальный проект. Мы решили прокатиться через всю нашу область, чтобы в каждом уголке нашей области люди помнили, люди знали, люди гордились. На стенах электрички фотографии, рисунки и письма. Пассажиры с интересом рассматривали истории жизни людей военных и послевоенных лет. Коллекцию уникальных материалов предоставил Железнодорожный музей, Омский областной студотряд и сами омичи, поднявшие домашние архивы. Здесь рассказывается о том, как в годы войны работали печатные издания, какие были листовки, как поддерживались наши бойцы, как настраивались на победу. И также представлено развитие телевидения в городе Омске в послевоенное время. Кроме этого вагона есть еще 5, в которые также имеют свою тематику. Пассажиры поезда Победы активно участвовали в программе. Повязывали георгиевские ленточки и отвечали на вопросы военной викторины. Атмосфера в вагоне позволила еще больше окунуться в 40-е и 50-е годы самым юным патриотам. Можно даже с раннего возраста ребятам говорить об историческом прошлом. Потому что это поколение придет на смену нам. Они должны передавать своим детям нашу историю, историю малой родины. Сохранить память и отдать долг перед теми, кто защитил, кто победил ценой своей жизни. Прокатиться на необычной электричке жители области смогли еще в двух направлениях – до станции Калачинск и Любино.